Меня зовут Клемон Тумажевский. Я известен как болельщик Клемо д'Антиб. Клемо — это мое имя. Антиб — это город, в котором я проживаю. Это петух, это подарок друга из России. Это двоюродный кузен моего французского петуха, который путешествует со мной, который не приехал со мной в этот раз. Я поддерживаю Францию с 1982 года. Это мой 8-й чемпионат мира. Завтра надеюсь на то, что петух будет громко петь с утра, потому что когда он поет громко и долго, это приносит нам победу. Я прислушиваюсь, что